Смотри лаки-блоки в Майнкрафт, ссылка в описании ролика. Всем привет, дорогие друзья, с вами Сержо, и сегодня мы начинаем играть в одну игру под названием «Попробуй выживи» или «Попробуй достань счастливый блок». Вы знаете, суть в том, что здесь каждый блок, каждый unlucky. То есть все unlucky блоки сейчас мы видим перед своим лицом. То есть, а внутри всего этого куба, то есть там он прям весь забит unlucky блоками, внутри куба находится алмазный блок, то есть приз такой, да? И сегодня нам нужно будет дойти до него, достать его. Я не знаю, как повезет, как не повезет, потому что здесь все. Все unlucky, нам будет только не вести. И сейчас мы просто посмотрим, как нам будет не вести и что же все-таки будет. Что ж, давайте приступим. Как-то вот так. Давайте попробуем начать с этого блока. Опа! Оп, видите? Все. Вот уже не везет, уже не везет. Все, меня убили. Нам будет очень трудно добраться до этой штуки, потому что реально только не везет. Только... Оп! Опа! О, а вот это джекпот! Потому что мы уничтожили сразу несколько блоков. Кидаем. Убегаем. Мадафака, нет! Щит. Ое. Вот это, кстати, повезло нам. Мы половину блоков просто убрали. И потихонечку давайте подбираться к этому блоку. Опа! Оп! Ох, ё! Чё происходит? Мы тут пытаемся добраться до... алмазного блока, а нам уже упал алмазный блок. Нет, суть игры не в этом. Мы должны все пройти сегодня. Ух, опять так даже везет. Слушайте, ну прям какая-то у нас сегодня череда везений. Что происходит? Я любил тут. Ох, ё, вот это меня подбросило. Вот это меня... Вот это там грибной биом, гриб. Вот это да. Кстати, я поставил новые текстуры. Видите, какие красивые. Называется Хоббитс как-то там. На версию 1.7.10, если кому интересно. Мы потихоньку с вами подходим. Но давайте попробуем что-нибудь сломать с другой стороны. Видите, что на меня упало? Аж целая штуковина. Она, конечно же, меня убьет. Давайте, не знаю, вот это сломать. Чё это такое? А, ты, ну, взрывай! Нет, не портни здесь дорожку. Не портни здесь... Почему ты так светишься? Что тебе нужно? Я знаю, он очень сильно бьет. Он очень сильно взрывает. Он сейчас... Ох, ё! Да... Нихерово он взорвал, да? Но мы потихоньку с вами продвигаемся. Может, тут сейчас полкарты с вами разнесем с этими кубиками. Ну ничего, попробуем. Опа! Ух ты, да? Кстати, unlucky блоки не взрываются. Они специально так и сделаны. Видите, как все продумано? То есть так просто их всех здесь взорвать одним динамитом не получится. Теперь нас охраняет долбанный огромный зомби. Огромный защитник этой фигни. Так, пошел вон, ты нам здесь не нужен. Просто стой, смотри, как... Ты чё? Ты хочешь меня убить? Не надо меня убивать, я же дружный. Я же просто ломаю блок! Стой! Оп! Опа! Вы видели, что я сделал? Там ходит... Уйди от меня, какой-то огромный, какой-то здоровый! Ну, видели, что я сделал, да? Я выжил. Я офигел просто. Сейчас попробуем вручную сломать. Ломаем. Опа! Мы с вами выбираемся, дорогие друзья, ведь все должно быть честно, братья. Или здесь все продумано, или здесь нельзя просто так выбраться. Но факт в том, что я показал вам, как можно выжить. И не нужно бояться каждой ловушки. Из каждой ловушки практически можно выбраться. Да не практически, а можно выбраться. А ты жирный, мне даже не помог. А мог освободить клетку. Итак. Опа! О, морковка! Ладно, это unlucky блоки. Ладно, походу что-то повезло. Тут все несчастливо. Я говорил, здесь все несчастливо. Вот, умри, да прибудет с тобой смерть. Опа, умер, классно, повезло. Туда ломаем, потихонечку, слизень. Теперь он будет нам мешать. Теперь, так, какая вода красивая, да? Видите, дорогие друзья, у меня мало жизни. Ты чё? Ой-ой-ой-ой, я сделал скриншот, это просто какая-то садомия. Не трогайте меня. Я должен защититься, я должен вот здесь вот. О, какой-то блок, ух ты. Так, зелье вреда, ой. Так, зелье, вечное зелье вреда. Зелье невидимости. Опа! Они меня не видят. Опа! Круто! Меня не видно? Меня не видно. Стой, ты чё? Ты чё такой здоровый идёшь на меня? Меня не видно, меня не должно быть видно. Пошел вон! Офигеть! А следи меня не видит. Так, пока у нас есть немножко времени, пока мы... Вы... Где я? Всем привет, дорогие друзья, с вами этот огромный моб! И мы начинаем играть в эту... Вы знаете, мне... Так, как я играю? Мне очень нравится это делать. До поры до времени. Пузырек воды, я невидимый. О, я могу черпать воду и пить отсюда.
воду, да? Смотрите, я просто черпаю и пью. Охренеть, вечный круговорот питья воды. Почему я не умираю? А, пузырьки. Ничего страшного, сейчас не будет. Пока, друзья, я все честно? Все честно. Мне интересно просто посмотреть, сколько раз я сдох. Это просто какая-то невероятная цифра, наверное, будет. Ну, вообще невероятно. Ну, раз 10, думаю, я помер. В принципе. Так, я не знаю, когда мы с вами доберемся до этого блока. О, что это? Что это за херня? Сноп сена. А нужен ли сноп? Так, смотрите, давайте попробуем. Оп. Попробуем подкрасться сверху. Так. Опа! Еще один огромный слизень. Так, нас теперь ждет пару трудностей. Там слизень, здесь слизень. Теперь нам нужно как-то будет подобраться к этому долбанному алмазному блоку. Так, ты меня не трогай. Ты вообще не должен меня трогать. Ты добрый. Так, пошел вон. Пошел вон. Нам нужно оградиться. Я должен что-то сломать. Еще один слизень. Просто какая-то садомия. Не повезет. Crash Day. Да, игра такая веселая. Crash Day была. Помню, были времена, помню свое детство, как я проводил в ней. Так, нам пока. Так, у них там охранники появились. Огромный зомби, огромный слизень. Так, так, что-то, блоки, блоки, ломай, 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 ломай. Нет, не везет. Видите, как трудно туда добраться? Я сделал этот огромный. Вы знаете, если играть здесь не в одиночку, то есть человека, допустим, будет, ну, даже два. Ну, чем больше, тем вообще, да? Представляете, что здесь будет твориться? Каждый, просто каждый ломает блок. Знаете, надо как-то еще один. Еще. Как-то нужно. Короче, я понял. Зачем я с разных мест ломаю? Надо с одного места все ломать. Ёпкарасоты, кто? Еще один. Ну че? Что происходит? Ты взорвался? Он взорвался. Огонь! Горим! Горим! Просто происходит какая-то хрень. Уйди от меня! Уйди! Я убью тебя! Уйди от меня! А если бы. Я его сломал, и выпало много огромных маленьких слизней. Так, не трогай меня. Знаете, вот тут нормально ломать. Я помню, начал ломать, как-то пёрло. Ты кто? Рок! Боб! Боб, подожди, не трогай меня, Боб. Не трогай меня, Боб. Сейчас ты посмотришь, Боб, на что ты способен. Ой-ё! Это что сейчас было? Меня просто разорвало. Но вы знаете, я потихоньку иду. Я иду к этой цели. Правда, мне нужно как-то взять будет алмазную какую-нибудь кирку, чтобы сломать этот алмазный блок. Я не знаю, как это сделать. Может, у него что выпадет? Как? Здесь нету лаки-блоков. Здесь нету их. Здесь их нету. Что происходит? Я выбрался, пока везет. Пока. Еще один боб. Еще один боб. Нас встречают. Просто происходит. Что? Что? You are in grave. Офигеть. Просто какая-то хрень. Я, наверное, слишком много раз повторяю одни и те же слова. Но вы посмотрите, здесь куча охранников. Вот особенно эти бобы. Они постоянно лезут. Они. Иди ты в жопу, толстый хер. Так, не трогайте меня. Не трогай, не надо меня трогать. Я потихоньку должен подбираться к нему. Но я ведь сломал все основание. Как-то нужно будет тоже к нему подкрасться. Так, потихонечку. Потихонечку. Потихонечку мы сейчас с вами попробуем. Кто это? Несушитель! Я ни разу не бился с долбанное название. Я ни разу не бился с сейчас, смотрите. О, смотрите, он бьет мобов! Он просто уничтожает этих мобов! Ты мой спаситель! Ты мой спаситель! Круто! Долбась их! Долбась их, чувак! Мочи их! Помоги мне с этим бобом. Так, Иссушитель, помоги мне с бобом. Мочи боба. Боба мочи. Ты должен его уничтожить. Так, помоги мне. Эй, Иссушитель, тут боб мешает мне. Помоги. Я не знаю, у меня такое ощущение, что я просто никогда не доберусь до этого. Просто не доберусь. Так, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Вот там, вот я знаю. Вот он, алмазный блок, дорогие друзья. Мы потихонечку до него добрались. Но сверху, сверху, конечно, нечестно. Давайте... Отсюда, еще, еще, еще что-то, еще что-то, еще, вот это садомия. А, что происходит? Что происходит? Пошли вон, вон! Ха-ха! Просто что-то невероятно. Я не хочу ночью, мне не интересно, ночью, я хочу день. Ой, даже подлагить у нас с вами начинает, да? Ну ничего, не... Где Иссушитель? Это охренеть. У меня появился свой хранитель, но просто он куда-то улетел не туда. Теперь у нас куча пауков. Они не должны меня трогать, или должны? Но у нас сейчас день, не трогайте меня. А вы не трогайте меня. Вот, друзья мои, вы не трогайте меня, я вас не буду трогать. Фу, этот противный звук. Как я не люблю пауков. Фу, я сейчас... А! Опа! Что происходит? Вы что меня бьете? Вы не должны меня бить, я же вас не бил. Вы что, сука? Вы что, уроды? Вон пошли, вон пошли. Так, мои способности. Мрази. Вы мерзлотные мрази. Смотрите, он просто бьет. Он мочит его. Он валит его. Охренеть. Охренеть. Охренеть, красавчик! Полетел! Мочи их! Давай, мочи его! Мочи эту мразь, мочи пауков! Гаси их всех! Чувак, красава! Ты за меня, брат! Мы с тобой вместе!
Мы братья с тобой. Давай, мочи их! Круто! Охренеть! Красавчик! Мочи этих пауков, они нам не нужны. А вы грешили на него. Это доброе создание. Оно просто валит всех подряд. Пошел вон, Павел. Вон пошел. Так, как могу. Еще один боб. Ничего, нам поможет этот. Что происходит? Все понятно. Это просто смерть. Ну ничего, мы умрем. Мы вернемся. Мы вернемся, друзья. И никогда я не умру. Меня начинает пугать эта ситуация с этими анлаки-блоками. Это просто... А как мы с вами дойдем до этого? Кстати, у нас теперь здесь есть яма. Главное туда не упасть. Мне бы хоть какое-нибудь оружие. Все, смерть. Смерть. Так, воду здесь, если разлить, как будет? Пауки, они заколебутся здесь в воде. Так, это Опа, и сушитель. Он идет на помощь. Помоги, сушитель. Сломай здесь половину. Половину сломай. Чего-нибудь сломай. Прощайте, братья. Я бился с честью. Кстати, сейчас воду пустим по всем корням здесь, чтобы паукам было труднее жить. Сейчас все будет. Сейчас сломаем. Ой-ой-ой, все. Так, далеко я слишком возрождаюсь, но ничего, ребята, это нормально. Все нормально. Пауки, проклятые пауки, не трогайте меня. Не надо меня трогать, я вас не буду трогать. Только не это, господи, я опять умираю. Ну а как вы думали, это трудное испытание. А почему я не зашел сверху к этому алмазному блоку? Вы знаете, он должен быть... Правило такое, что он прям должен быть, я думаю, свободным. Прям свободным. Со всех сторон! Твою мать. Да, нужно быть аккуратней. Я теперь не выберусь отсюда. Все, я не выберусь. У меня нету ничего. Ну ничего, мы с вами сейчас все преодолеем. Сейчас я соберу этих земельных блоков. Есть такое сочетание слов? Земельных. Есть! А куда же оно денется? Сейчас. Сейчас все будет. Мы с вами подойдем к этому. Опа! Так, главное не просрать. Это у нас шанс. Мы можем теперь биться. Мы можем с вами... Кстати, Джанлаки... Типа... А, понял. Типа, на тебе, урод, такой невезучий. Чтоб тебя... Нет! Мои... Все... Да. Кстати, пучки, я думаю, вы сдохли. Когда появляются такие мобы, вот появляется ночь и куча мобов, не есть хорошо, потому что они мешают. Реально мешают. Ну, а что вы хотели? Еще один крипер. Ну давай, взрывай. Твори чудеса, друг мой. Да ты в воде не взорвешься, я знаю. А я могу тебя бить. В этом случае... Ох, ёкарный. Вы просто... Вы посмотрите, что происходит вокруг. И все ради одного алмазного блока. Все ради одного какого-то никчемного приза. Просто какого-то тупого приза, который даже не сыграет ни одной роли в нашей долбанной жизни. Но мы идем с вами. Мы опять идем. Опа! И что ты сделаешь? Ничего. Опа! Ха-ха-ха-ха! Так. Я опять... Вот было... А был бы у меня инструмент. Я бы быстрее выбросил. А теперь мне придется заниматься этой... О, и здесь обсидиан. Вот это у нас, конечно, маленечко не вышло. Вот тут у нас с вами... Убивай меня. Что ж. Опа! Вы знаете, как выбраться можно? Опа! А, сейчас с вами поломаем блоки. Так, защищай. Стой. Пошел. Просто охренеть. Мне нравится, мне весело. Исушитель появился, исушитель уничтожил злых мобов. Исушитель убил пауков. Он просто на моей стороне. Исушитель, красава, брат. Я с тобой никогда не буду врагом. Врагами. Не трогай. Какой маленький боб. Такой маленький, уже такой противный. Нет, не трогай меня. Опа, у нас... Ой, исушитель. Так, исушитель, брат. У нас там есть с тобой один огромный враг. Как-то нужно с ним решать вопрос. Чувак, иди помоги мне. Помоги мне, чувак. Так, ты не тех взрываешь, слушатель. Мне нужна помощь. Помощь нужна. Давай, слушатель, помоги мне. Так, смотри, там враг. Пошел. Раз, два, три, пошел. Моя собачка, мочи его. Ой, ты что меня-то бьешь? Мы же с тобой друзья, ты что творишь-то? Что же ты? Я думал, ты мне друг, а ты предал меня. Давай, мочи его. На, красава. Галь, мочи его. Красавчик. И сушитель, ты просто демон. Ты демон, который на моей стороне. Точнее, ты не на моей стороне. Ты не на моей стороне, но ты помогаешь мне. И ты существенно мне помогаешь. Так, у нас нам еще труднее подойти к этим блокам. Просто какой-то... Так, что-то... А, отойти! Опа! Что происходит? Что упало? Там что? И... Сейчас. Оп! Отойти! Еще что-то? Нам везет пока. Нам просто пока везет! Боб, да что ты лезешь? Проклятый Боб Марли. Все ты пытаешься влезть.
Ай, сушитель! Охренеть, это какой же мощный этот хер, если он убьет уже полчаса. Ничего, помогает зато. Помогает, да, друзья? Блин, здесь, здесь надо вдвоем играть. Я отвечаю, такие конкурсы. Ставьте лайк, если вам интересно еще смотреть такое. То есть, это же весело, да? Мы просто справляемся с вами кучей. Нам нужно преодолеть трудности. Боб, опять Боб сейчас влезет не в свое дело. Опа, там еда. Так, потихонечку. 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 Опа, еще один. Твою мать. Проблема, пошел он. Пошел он. Еще один крипер. Быстрее, пока что сможем сломать. Давай, сейчас на него упадет. Ай-я! Вот это здесь вот начинается. Взрывы, бумы, лавы, криперы, бобы. Просто круто. И это все из-за какого-то алмазного блока. Кстати, по пути я подбираю эти блоки. Это хорошо. Блоки земли. Опа! Я доберусь до тебя. Вот, все. Так, я должен до него добраться. Книга. Вот алмазный блок. Плевать. Я почти до него. Сейчас, выберемся. Опа, я выбрался. Yeah, baby. Come on, baby. Yeah. Я выбрался, я справился с этим. Так, теперь нам нужно как-то сломать это. Сломать, и чтобы был свободный алмазный блок. Свободный, так, что это у нас? Палка. По башке, чтобы кому-то дать. Пошел вон, ай, я был близок. А теперь тут хер будет не мешать. Что же делать? Давайте назовем это все одним словом. Садомия. Это садомия, дорогие друзья. Ну это здорово. Так, еще раз повторюсь, ставьте лайк, если вы хотите посмотреть еще такие выпуски. Здорово. Будем приглашать людей, будем приглашать других участников такого конкурса. И, возможно, будет анлаки блоков еще больше. То есть я пока не видел такой фигни, чтобы все ради этого уйди от меня. Ты знаешь, ты сильно взрываешь. Удар! И еще раз удар! И еще раз. Все, удар! Ох, ёп! Да, полкарты. Кстати, спасибо, чувак, ты даешь мне земли, а это хорошо. Мне земля сейчас как раз необходима. И сейчас мы с вами потихонечку опять пробираемся к этим блокам. Как-то мы пытаемся его достать. Мать твою! Прыгай! Ой! Опа! Там произошли взрывы. Вот это просто, просто невероятное зрелище. Итак, друзья, у нас все серьезно. Что-то у нас происходит. Господи, нет. А у меня много этих блоков. Тут лава. Кто-то кого-то бьет. Да не кто-то кого-то. Один конкретный. Слушайте. Вот, друзья мои. У нас произошла неизвестная причина. Алмазный блок пропал, потому что его сломал чертов динамит. У нас нету... Дорогие друзья, леди и джентльмены, окей, леди и джентльмены, and we have lost main prize of this entertainment. USB здесь все, я и умею... Чего я несу? Да вы знаете, я просто расстроился, что алмазный блок сломан. И это жалко. А вообще было весело, да? То есть Да, было... было весело по... Подождите! Так! Спокимо! Так, спаси меня! Давай! Вода! Спасай меня! Опа! Красавчик! Ой, хорошо! Ой, и мы с вами поднимаемся в путь начну... Что это? Это лава? Это просто... Что-то нужно делать, дорогие друзья! Так, сюда! И мы поднимаемся! Сейчас нас лава будет окучивать! Трудные времена настали, друзья, трудные. Я не знаю, как нам быть и как нам убираться, но у нас все не под контролем. Так, черт, мы рядом с лавой проходим, нам нужно выбраться. И все будет хорошо, друзья, главное верить. Да, вода. Что, где еще лава? А, это отражение такое, вот эта текстура, да? Какие прекрасные отражения. Вообще очень здорово, я думаю, пора заканчивать, друзья. Пора заканчивать эту просто невероятную садомию. Так, поднимайся. Да, долго. Пока я вам расскажу историю, как я пожарил рыбу на лаве. Никто так не делал, а я так сделал. Что ж, дорогие друзья, я желаю вам счастья. Сегодня 8 марта, я не знаю, выложил ли я этот ролик именно 8 марта, на улице ночь. И я поздравляю всех женщин, желаем счастья, здоровья. И вообще выпуск был классный, я считаю. Мне понравился. У нас большая луна, просто красотища. Такое зрелище, он бьет просто всех. Ему ничего не страшно. Лава, все красиво. Всем пока, друзья. Если вам понравились такие ролики, если вам нравится такая садомия, ставьте лайки. Пишите в комментариях, что вам это нравится. Я буду еще делать так. Буду звать людей. Позову Джейкобса, мы с ним так поугараем. А почему бы и нет. Всем спасибо за внимание, друзья. Всем пока. Удачи, увидимся. Вау!